первое мое интервью было, и сразу спид-инфо. Ух, а я такой рассказал все. И первый раз понял, что не надо все это рассказать. Да, сразу все в какашку превратят. Да, вообще все. Вообще капец. Прямо я... Каждый вопрос. А оказывается, у каждого вопроса есть двойной смысл. И они прям вот один вопрос задаешь, да, про, ну, тогда про любовь и цветы, да, скажешь, а что бы ты хотел? И говорит, ага, а он, оказывается, нетрадиционной ориентации, смотрите. А ты сказал просто, что хотелось бы близкого человека рядом иметь. Ага, близкого, значит, мужчину, он гей. Ну, вот так вот примерно. Примерно вот так вот извратить вопрос, любой.